Приветствую вас, друзья мои! С вами Серега, и вы смотрите «Несложную кулинарию». Сегодня я бы хотел с вами приготовить рыбку. Готовить мы ее будем в пароварке. Немаловажно. Если у вас нет пароварки, то с приготовлением данного блюда у вас могут образоваться некоторые трудности. Готовить мы будем треску. Я купил филе трески. Мы его слегка замаринуем в прованских травах. Немножко лимончика, укропчика, оливкового масла. Мариноваться рыба будет, ну, полчаса это максимум, больше и не нужно. И примерно полчаса она будет готовиться в пароварочке. Вот, получится очень прикольно. Треска рыба очень вкусная, с плотным мясом, с ярко выраженным вкусом. Вот, поэтому украсив его немножко специями, мы получим достаточно интересные ароматы, и рыба получится в итоге у нас очень вкусной. Это я вам обещаю. Рассказывать больше особо нечего, я думаю, самое время начинать. Самый важный ингредиент – это, конечно, филеха трески. Такая вот здоровая. У меня две штуки по 600 грамм веса. Сейчас я вам расскажу, как ее разделать, дальше как замариновать. И, в принципе, потом мы ее приготовим и съедим. Ну, а начнем мы, наверное, как вы уже догадались, с лимона. Шучу, навряд ли кто-то догадался. Короче, нам нужно буквально сок вот такой вот восьмой части лимона на каждые полкило 600 грамм. Поэтому двух долек мне хватит выше крыши. Укроп. Беру небольшой пучочек, мелко нарезаю, чтобы сверху покрыть рыбу для аромата. С укропом, кстати, важно не переборщить, а то слишком много его, ну, я не знаю, в общем, это на любителя. Я не сказал бы, что я такой большой любитель укропа, поэтому в моем случае, ну, вот пучок вы сами видели, какой нужен был. Наша подготовка завершена. Можем приступить к рыбе. Значит, нарезаем мы ее сразу на порционные кусочки. С второй филехой я сделаю то же самое. Рыба готова, теперь надо приправить ее специями. Для начала черный перец. Свежемолотый, как обычно. Немного соли. Прованские травы. Берем наши подготовленные ранее лимонные дольки. Окропляем все это соком лимона. Ну и в завершение свежий укроп. Теперь обязательно поливаем все это оливковым маслом. Делается это для того, чтобы специи лучше раскрылись. Ну а теперь руками тщательнейшим образом перемешиваем все со всех сторон. Трем кусочки друг об друга, чтобы слой специй на них был более-менее равномерным. Дальше убираем все это в какую-то емкость, оставляем на полчаса помариноваться. Через полчаса положим все это в пароварочку. Рыбка помариновалась у меня полчаса, теперь я выкладываю ее в пароварку. Выставляю время 30 минут, и все, отправляюсь отдыхать, рыбка сама приготовится. Рыбка готова, выглядит она следующим образом. Сейчас быстренько сделаем представление блюда, и я буду ее пробовать. Настало время снимать пробу. Если вы заметили, на превьюшке рыба в соусе. Это тартар. Я готовил его, наверное, несколько недель назад для своего несложного соуса. Если вам интересно, ссылочку оставлю в описании. Там буквально кратенький выпуск, как быстренько сделать
тартар у себя дома без лишних заморок. Ну, в общем, ладно. Поехали попробуем. Итак, подытожу. Лично я очень люблю треску за ее, во-первых, консистенцию. То есть она такая плотная рыба, вот, насыщенный вкус рыбный. Плюс со всеми специями в этом легком маринадике она, ну, очень приятная. Это, вот, знаете, не такая безвкусная рыба, как вот ты ешь, бывает, рыба на пару. Но вкуса особого нету. Здесь все прям очень здорово. А если приготовить еще тартар и приправить рыбку им, вообще очень круто будет. Серьезно, не пожалеете, рецепт хороший. Вот, на этом на сегодня пора заканчивать уже. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Вот, также, если вам нужны ингредиенты с игромовками, все будет перечислено внизу. Там же ссылочка на мой инстаграм, если вам интересно. Ну и... если у вас есть какие-то комментарии или замечания, можете их оставить мне. Лайки, дизлайки, все, что хотите. На этом на сегодня все. До скорых встреч!